несколько недель назад в прямом эфире канала Матч ТВ разгорелся скандал с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой. Дмитрий в шутку задал вопрос Ольге, пьет ли она коньяк по утрам, после чего Бузова устроила истерику и начала оправдываться, что вообще не употребляет алкоголь. Казалось бы, история уже забыта. Губерниев свои извинения приносить Ольге не собирался, а Бузову поддержали все обиженные женщины. Но теперь подробностями того дня поделился ведущий канала Илья Трифонов. Он даже рассказал, что Бузова заявила после этого скандального эфира. Ольга начала себя вести странно еще до того, как вошла в кадр. Она опоздала, из-за чего пришлось менять план. Отказалась работать с гримерами канала и заявила, хоть кто-то посмотрит канал, благодаря ей. После окончания эфира Бузова громко материлась и сказала, «Какого хрена он меня оскорблял прямо в эфире? Я бесплатно к вам, а вы меня тут так?» Трифонов подчеркнул, что Ольгу позвали на шоу ради хайпа, так как она может что-то странное сказать. При этом все будут ссылаться на Матч ТВ. Но все же ведущий уверен, что эфир получился веселым, и он стал знаковым событием.